сказал, я вас приглашу на сцену, вперед. Поддержите их и меня. Как-то инициативные люди и активные люди одни и те же. Я думаю, что это можно поприветствовать аплодисментами. Вы представляете факультет? Вы? 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 О! Я вообще не понимаю, ничего. Вы факультет не приветствуете? Давайте начнем еще раз сначала. Итак, вы представляете факультет? Вы? Вы? Все факультеты, которые здесь представлены. Как нет? Ну, у меня есть тоже шпаргалка, я уже старенький, мне мало что есть. Спасибо большое. Итак, факультет А. Факультет Е. Факультет О. УВЦ! УВЦ! А где представитель УВЦ? Ну так идите, кто быстрее? Ну давайте вдвоем. УВЦ на правый фланг, становись. О-о-о! Это достойный аплодисментов. Ну что? Уважаемые первокурсники военмеха, становись, равняйся. Это вы так специально наклонились, чтобы увидеть грудь четвертого человека? Я понял, да. Смирно! Вы сейчас встанете, кто здесь по парам есть, вдвоем, каждый по факультету. Встаньте, пожалуйста. Ну, кто с кем? Скажите, факультет Е, вы один справитесь? Один справитесь? Вы все втроем из Е? А, у нас О один. Вы справитесь? Конечно. Даже подмогу попросите. Сам справитесь. Хорошо. Сейчас прозвучит песня очень нужная и очень важная. Когда она была написана, я ее первый раз услышал, у меня возникло чувство такой гордости, что действительно, мы живем в стране, которую нам передали наши прадеды и передали достаточно большую империю. История распределилась по-своему, несмотря на то, что что-то ушло от нас в 17 году, что-то чуть позже уже в современной истории, но все-таки Россия — это одна шестая часть суши. И как бы мы ни хотели, но мы должны ее передать своим внукам, своим правнукам. И хотелось бы передать ее сильную и мощную. А вот сильную и мощную, это, конечно, зависит в первую очередь от вас. Тех, кто делает первые шаги в профессиональном образовании. Тех, кто выбрал своей профессией служить России. Я сейчас вместе с ними иду за кулисами. Сюда выйдут парни хора русской армии. А в процессе песни у нас будет праздничный фейерверк в честь каждого факультета и в честь военмеха. Нет, так не пойдет. И в процессе песни у нас произойдет праздничный фейерверк в честь каждого факультета и, конечно же, в честь военмеха. Лучше всех! Парни, вперед! А вы за кулисами.